Всех приветствую. Продолжаем такие маленькие экскурсии по моему городу. Сегодня мы на Васильевском острове. Доходный дом Шмидта. Пятая линия Васильевского. Дом номер 30. Данными я пользуюсь с сайта City Walls. Вот что написано. Архитекторы Трусов. Год постройки 1860-1861. Стиль эклектика. Доходный дом Шмидта. 1860-1861 Трусов Николай Васильевич, а 1956 уже был капитальный ремонт. Первоначальная застройка участка была деревянной. К 1860 проекту Трусова построен каменный доходный четырехэтажный дом для Шмидта. Со стороны двора расположены два поперечных пятиэтажных корпуса. В отделке фасадов использованы элементы Ренессанса и раннего классицизма. В 1862-1863 в этом доме жил писатель Салтыков-Щедрин. В 1870-м снимал комнату Репин. В 1882-1898 жил профессор Академии художеств Шишкин. Здесь же располагались и мастерская Шишкин. В ней написаны картины «Утро в сосновом лесу», знаменитая картина «Зима», «Сосновый бор». «Утро в сосновом лесу» написано в 1889 году. На квартире Шишкина проходили заседания так называемого товарищества «Передвижник». Их посещали Куинджи, Ярошенко, Поленов, Савицкий. Здесь же, в этой квартире, Шишкин скончался в 1898 году. Так достаточно знаменитый дом, да? Я всегда говорил, считал, что дом знаменит, конечно, людьми, которые жили в нем. Вот такой дом, пятая линия Васильевского острова, дом 30. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.